Всем привет, с вами Комаров Виталий. Ребята, я получил первый раз халяву. Вот такой вот пакетик. Здесь USB шнур. Сейчас мы его вскроем вот так вот нещадно. Как-то мы вскроем. Вот такая она из себя халява получается. Видео я смотрел, присылают какую-нибудь бумажку с инструкцией, когда и что тебе нужно опубликовать. Шнур USB. Кстати, оказывается, не вся халява совсем бесплатная. За эту халяву мне пришлось заплатить 41 рубль за доставку. Вот так вот. Так, интересно. Здесь вот такой вот пакетик. О! Шнурок такой как бы джинсовый, что ли. Сейчас мы его проверим. Халявный работает, нет? Довольно-таки такой толстый. Он, наверное, толщиной 5 мм. Ну, если так вот с чем-то сравни. Длиной он 1 метр. Такой шнур мощный. Такое ощущение, что можно привязать к нему что-то такое и таскать его. Классный шнур. Шнур USB. Так, ну что ж, проверим, он хоть работает, нет? Халявный. Халява. Я живу в Башмаково. И вот в Башмаково я получил халяву. Так, вот я включил зарядку. Вот он. Вот моя телефонка. Тыкаем. Ну. А, зарядка идет. Проверять не его на... Да вообще-то... Да фиг уйны. Шнур мощный. По идее, он должен поддерживать и передачу данных. Но чтобы с этого телефона передачу данных получить, нужно приложение скачивать. Классный шнур. Шнур в прямом смысле прям канат. Если его сравнить с таким шнуром, вот толщина стандартного. И он в тряпочке. В тряпочке такой. Как тряпочный джинсовый. Классная штука. Что еще про него сказать-то? Он не болтается, ничего. На халяву. Когда будете играть в халяву, обращайте внимание, что доставка платная или бесплатная, потому что там доставка иногда бывает стоит ого-го сколько. Вот марка этого шнура. Ссылочка на него будет в описании. Ну, шнур классный. Он, кстати, не особо дорогой. Это прямо взять вот так вот на руку намотать. И такая жестокая штука получается. Не. Ну все. Вот она вся моя халява. Покедова. Подписывайтесь на канал. Мне еще идет какая-то хрень. Посмотрим, что придет. До свидания.